Всем привет! Вы уже видели распаковку данной флешки. Что хотелось бы добавить? Здесь есть QR-код, который мы можем подтвердить на подлинность, на оригинальность этой флешки. Далее здесь есть вот такая вот наклеечка внутри, которая нам тоже говорит о характеристиках, о том, что продукт оригинальный. Ну и, соответственно, блистер, в котором это все дело запечатано. Блистер можно вскрыть элементарно, отслоив эту пленочку. Нет, не получится. Надо вскрывать, разрезая все-таки. Якобы эта флешка у нас идет защищенная от облучения рентгеновского, ударопрочная, особо прочная, там, как заявляет производитель. Что же мы видим на ней? На ней написано, что это 256 гиг. SanDisk, название, скорость V30, третий класс. Ну и в кружочке десятка означает, что не менее 10 скорость должна быть записи. Проверять будем изначально в родном адаптере. Далее проверим в адаптере от Samsung, и завершит нашу проверку адаптер брелок под USB 2.0, который мы будем вставлять в USB 3.0. Поехали! Все скрины будут в этом видео. Ссылка на данную флешку будет в описании. Также будет ссылка на данную флешку в описании распаковки посылки. Посылка шла 6 дней. То есть это самая быстрая доставка, которая как бы была у меня на сегодняшний день за все время. Проверим, потестим, посмотрим. Теперь данную флешку мы будем тестить в самсунговском адаптере. Последний тест, который мы будем проводить, это будет тест программой через картридер USB 2.0, который мы вставим в гнездо USB 3.0 для проверки программы H2 тест. После чего мы его поместим в камеру и проверим запись видео в 4К. Осталось только нашу карту вставить в DJI Osmo Pocket, отформатировать после тестов и, соответственно, записать 30-секундный видеоролик. А потом посмотреть, сможет ли она воспроизвести в формате 4К и сможет ли она нормально записывать на эту карту в формате 4К.
Ну и, соответственно, по итогам теста мы видим то, что данная карточка полностью справляется. Полностью справляется в данной камере с записью 4К-видео. Также она, скорее всего, справится во всех остальных других камерах. И у этого продавца можно покупать данный товар. Поэтому по ссылке в описании к этому видео вы можете приобрести данный товар. Ну а пока всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и спасибо за просмотр.